Не первый год Общественная палата края выступает посредником между рядовыми забайкальцами и управленцами сферы ЖКХ. И всякий раз на форумах обсуждаются самые актуальные вопросы. Это вопросы итогов капитального ремонта 2016 года. Это вопросы новшества в сфере ЖКХ. Это вопросы все-таки реального управления и воздействия на те или иные вопросы, которые имеют уже положительный опыт в Забайкальском крае. Традиционно в центре внимания тема капремонта. Забайкальцы до сих пор негативно относятся к обязанности платить взносы. По сборам лидирует Колганский район. Там индекс собираемости 76%, а вот в Краснокаменском – 0%. Всего же на сегодняшний день жители многоквартирных домов задолжали 1 миллиард рублей. Несмотря на это, план капремонта выглядит довольно оптимистично. В текущем году в Забайкальском крае запланирован капитальный ремонт 280 многоквартирных домов, накапливающих средства на общем котловом счете регионального оператора. 122 в городе Чите и 158 в районах края. По 644 видам работ. В настоящее время специалистами фонда осуществляется осмещивание и дефектование. Кроме капремонта, участники форума обсудили вопрос установки лифтов, новшества в законодательной сфере ЖКХ, а также механизмы реализации общественного жилищного контроля. Артем Кондратьев, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.